последняя четверть, в которой должны решиться все моменты, все нюансы, а в частности судьба бронзовых медалей чемпионата Московской баскетбольной лиги 2010-2011 года. Лукин, Левцов, Искрин, Поляк, 3 секунды. Малыш, бросай, малыш, долго, тихо, тихо, малыш, 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 малыш. Нервничает Искрин, Устинов, 2 очка, точно. Отлично, отлично, вот эта парочка работает. Лапчик Устинов. Сыграл ногой Дороднов. Все по правилам, замена. Куртинов вместо Бугаева. Лукин. Плюс 4 у Марки. Максимальное преимущество. Левцов 3 очка мимо. Лаптев убегает. Дороднову 2 очка. Ай-яй-яй, на подборе Валюшок. Великолепно. Великолепно. Искрин. Наверх на Лукина. Лукин долго. Остановка бросок 3 очка. Точно. Устинов. Вниз на Куртенка. Куртенок, 2 очка мимо, на подборе Крюков. Левцов. Фол. У Дородного 3-й фол, но это ниже его среднестатистических показателей. Обычно к 4-й четверти он выходит с 4 фолами, а где-то и заканчивает игру уже. Лукин, Искрин. Фол Искрину, конечно. За выставленную определенную часть. Замена. Калошин вместо Меликяна. Лаптев. Куртинок. Мимо. Дородном смахивает мяч. Великолепно. Валюшок. Валюшок. Встает. Дороднов 3 очка мимо. Валюшок подбирает, на нем Полят. Нет, 2 очка Валюшок. Искрин. Фол. Фол Куртенку, конечно. У Куртенка только 2-й фол. Удивительно. Замена у Московского. Алексей Зорин выходит вместо кого? Вместо 20-го Романа Крюкова. Алексей Зорин. Искрин, штрафной мимо. Второй штрафной мимо, сам же пошел мимо. Калошин. Лукин боится бросать. Скидка хорошая на Калошина. Калошин не рисковал 3, сделал 2. Здесь Искрин мимо. Дороднов. Пол. Пронос. Интересное решение. Решение судейства не обсуждаются. Выбивает Дорода. Выбивает, практически выбивает. Зорин.
Калошин. Вниз на Искрина. Искрин скидка. Выбивает сзади Дороднов. Лаптев. Куртинок. Мяч остается у Марки. Куртинок. Перехватывает мяч. Лицо, фол, фол Куртинку. Третий фол у него. Зорин оставляет мяч Лукину. Перехват. Куртинок, проход. С фолом. С фолом. Тайм-аут берет московский. Кто у нас? Давайте к трибуне, дабы успокоиться. Напряжение на площадке. На скамейке московского очень и очень большое. Анастасия Кольцина разговаривает с олимпийским чемпионом двукратным, Зуковым, как сказано было. Наверху вижу Ваню Кротова, руководителя МИСИСа. Известные лица, известные люди в московском баскетболе. Напомню вкратце, что у нас будет в перерыве между матчами. У нас будет чествование лучших людей, лучших игроков по всем номинациям. Лучший защитник, атакующий, разыгрывающий, легкий форвард, тяжелый форвард, центровой. Лучший тренер, лучший руководитель, лучший судья и лучший секретарь. Штрафной бьет Куртинок, у него уже 22 очка. Вчера, напомню, он 28 набрал, сегодня уже 23. Грищенко появился на площадке вместо Лепцова. Пробежка. Дороднов отдаст мяч Лаптеву. Скидка на Куртинка не считается. Фол нападения Куртинку. Пятый фол. Пятый фол. Нет, четвертый. Четвертый фол у Куртинка. Четвертый фол получил Анатолий Лаптев на 99. Лаптев получил фол. Интересно. Лукин. Калошин. Лукин. Грищенко. Мимо. Куртинок отдает Дороднову. Дороднов. Валюшок. Дороднов. Два очка. Великолепно разыграл. У Дороднова это уже 13-е очко. Мяч остается у московского. Грищенко 3 очка. Мимо. Зорин свалил. Или Куртинок свалил. Зорин. Замена у московского.